Adamax Luciana выпускается полностью в эко-коже и ткань плюс эко-кожа. Ручка регулируется по высоте при нажатии двух кнопок по бокам. В ветреную погоду можно поднять от ворот, под которым находится смотровое окошко. Накидка на ножке крепится на кнопках и молнии. Козырек от солнца можно убрать внутрь. В жаркую погоду можно открыть секцию для проветривания. Она находится под молнией в капюшоне. Сам капюшон опускается при нажатии двух кнопок по бокам, имеет многоступенчатый подъем. Материал внутри люльки 100% хлопок. Все части съемные можно снять, постирать. Матрасик кокосовый. Спинку можно приподнять, на дне люльки находится секция для проветривания. Люлька снимается при нажатии двух кнопок по бокам. Чтобы сложить раму, нужно нажать на красную кнопку, потянуть за рычаги и опустить вниз. Передние колеса поворотные, с возможностью фиксации только прямо. Амортизаторы есть на задних колесах и на раме. При желании ее можно выключить. Прогулочный блок можно установить лицом к маме и от мамы. Глубокий капюшон. Задняя часть в капюшоне снимается, и под ней находится большое отделение с сеткой для проветривания. Спинка регулируется в четырех положениях. В прогулочном блоке пятиточечные ремни безопасности, разделитель между ножек и съемный бампер. В комплектацию входит сумка для мамы, подстаканник, москитная сетка для люльки, москитная сетка универсальная, дождевик, пеленальный матрасик, муфты-варежки.